Итак, всем привет, с вами я, Никита. Сегодня мы будем проходить одну из игр, называется она Strike Penguin, ну или по-русски Ударный Пингвин. Сделана она каким-то ByKitKat 427 равно D. Ну, я не знаю, что здесь. Are you ready? Да, я ready, и вот у меня тут какой-то баг, у меня почему-то пингвин прекратил моргать. Странно. В общем, давайте начнем новую игру. Управление я, в принципе, знаю. Ну, я там прочитал гайды на ютубе. Так, в общем, вот у нас наши пингвины. Чё они стоят? Опа. Убили пингвина! Ах, вы люди нехорошие. Ну, вы понимаете, но да, сейчас мы будем мочить людей. Чё тогда? Поехали, кому наваляем? Опа, первый... Нет, брат! Вставай! Ах ты, блин. Говно. Так, второй появился. Сзади уже заходит, обходит со всех сторон. Капец. Кстати, музыка прикольная. И пингвины нарисованы кайфово. А люди вообще, они нарисованы идеально. Не, ну вы гляньте на этого красавчика. Это ж лучший из лучших. Они ж меня 100% достанут. Смотрите, насколько они точные. Смотрите, насколько они сильно меня пытаются убить. Но они стараются, но они действительно стараются. Ладно. Задолбали. Так, тут еще один появился. Так, их тут стало явно больше. Одного, второго и третьего. Так, их стало еще больше. Так, что-то у вас тут прям совсем много. А чё как лох с плазмы? Давайте с автомата. Так, что там? Опа, вертушка. Это, видимо, мини-босс. Наверное, потому что он где-то достаточно сложный, но я его победил. Да, я крутой. Опа, второй вертолет. Это, видимо, уже второй босс. И чем он отличается? Да, по-моему, ничем. По-моему, все такой же лох. Так, третий вертолет. Опа, еще и челики. Ясно, стало сложнее. Ну что, давайте. Нападайте все разом. Ура! Я вас всех уничтожу. Так, вот что-то вертолет меня уже задолбал. Все, он взорвался. Так, еще один вертолет. Неплохо. Так, опа. Ворнинг. Что значит ворнинг? Типа война? Опа, я полагаю, это босс. Так, он в меня стреляет с автомата. Я полагаю, нужно его вот так перепрыгивать. Ну, в принципе, это легко, это... Изичный босс. С базуки еще стреляет, капец. А все, тогда получаю автоматом. Чё, давай. Нападай, нападай. Есть, все, ребят, я его победил. Так, стоп, а это что? Второй подъехал. Ах вы, блин. Крысы. Я понимаю, большой робот, но... А как он уже сзади появился? Я полагаю, люди уже на всей Контарктике находятся, да. Посылают этих больших роботов. С ними ничего сделать нельзя и все такое. Капец. Честно, это несправедливо. Почему я реально один? И почему я один защищаюсь против людей? Так, стоп. Две стрелки? Они что, с двух сторон? Погодите. Да, они реально с двух сторон. Капец. Я полагаю, они меня пытаются взять в обход. В ящик, в коробку. Или как там это называется? Но я не их слабый. Я сильный. Я умею играть. Так, одного мы прибили. Со вторым, значит, разберемся прямо сейчас. Да, и мы его скоро уничтожим. На-на-на, получай. Получай, получай. Да, мы его уничтожили. Опа. Я полагаю... Опа, что это за желтые челики? Я полагаю, у них больше хп. Ну, наверное, да, если он не умер с первого сильного выстрела.
Капец. Так, что-то вас тут черных стало больше. Явно. Что-то пульс стало очень много. Погоди, что? Этот челик вверх стреляет? Зачем он стреляет по своему вертолету? Я не понимаю. Так. Уничтожим их, уничтожим его. Еще давай, налетай. На. Так, что там с автоматом опять подходит? Капец. Опа, кто там? Ага. Двое желтых с автоматом. Одного убил, второго убил. Хорош. Мега хорош. Опа, там еще двое. Так. Я их тоже убил. Я молодец. Еще и вертушку уничтожил. Да я вообще хорош. Так, уничтожил еще штуку. Так. Я полагаю, это наши. Да, они нам помогают. Круто. Хорош, хорош, пацаны. Красавцы. Ну, слушайте, они довольно, кстати, полезны. Они очень хорошо справились с задачей. Сейчас бы еще был парочку таких пингвинов. А вот он... А, нет, вот они. Все, круто. Так, я полагаю... А, да, это большой робот. Окей, тогда мы его по-бурому уничтожим. Так. Все, робот уничтожен. Сейчас еще по челикам на столе. Так, ага. Что-то будет сверху. Ага, вот... Что это? Это какая-то большая штука. Опа, а кто это на телеке? Что это за лох такой? Ребята, если вы знаете этого лоха, напишите в комментариях. Музыка, кстати, прикольная. Напоминает одну музыку и из мема. Так. Ну что там с тобой, братанчик? Опа, я полагаю, все, он циклон начал своих солдат вызывать, но мы с ними с легкостью справимся. Так. Давайте дальше мочить. Так. Еще челики появляются. Ну ясно, в общем, челик довольно слабый, он боится, он трусливый. Так, начали появляться челики с автоматами. Я полагаю, будет посложнее. Опа, видали, как я увернулся от бомб? Да я хорош. Да. Так, все. Бьем этих врагов. Убиваем их. Так, а скоро там вообще дирижабль потонет? Или что, как обычно делают дирижабли? А то тут что-то вас стало слишком много. Для одного пингвина мало. Опа, все, я полагаю, он уже падает. Да, все. Бах-бах, прощай, лох. Так, что это, следующий уровень? Так, ну я полагаю, он ничем не будет отличаться. О. Прикольная музыка в паузе. Короче, предлагаю тогда выйти. В коопе enemies have more... НР? Ну, скажите, что такое НР? Я не понимаю. Короче, я полагаю, да, здесь есть еще для двоих игроков. В общем, игра мне понравилась, я думаю, вам тоже. Если вы захотите, чтобы я в нее продолжил играть, ставьте лайки, и будет следующая часть. Ну все, всем спасибо, с вами был я, Никита. Может быть, когда-нибудь вернусь в эту игру. Ну, если вы захотите, чтобы я в нее вернулся, чтобы я ее прошел до конца. Хотя я по версии вижу, что она все еще разрабатывается. Я думаю, человек справится и ее когда-нибудь доработает. Ну все, всем спасибо, с вами был я, Никита. Всем удачи, всем покеда.